Привет, мои дорогие! С вами Татьяна. Сегодня мы с вами пойдем в Талливелл. Это такой бренд, в котором продается очень прикольная одежда для молодежи. И с каждым годом, мне кажется, она становится все лучше и лучше. Модели какие-то интересные, как по мне. Идемте посмотрим. На осенне-зимний период нам приготовили курточки, шубы, полушубки. Видите, вот есть полушубок в стиле мишки, как их называют, так прикольно. Вот такая одежда. Есть базовые, есть вещи тоже немножко, но в основном спортивная. Молодежь очень любит этот бренд. 2200 гривен, 73 евро. Вот такая вот курточка с капюшоном. 1000 гривен, 33 евро. Вот такая длинная худи. Видите, с карманами, завязочками, капюшон. И такие вот коротенькие есть, серенькие. 2376 евро. Вот этот полушубочек. Он такого молочно-белого цвета. Есть похожие курточки, только они более легкие. 1500 гривен, 50 евро. Вот такая курточка. Кармашки. И смотрите, какие здесь смешные. Зайчонки, крольчонки. Курточка косуха. Очень она коротенькая. Видите, такие здесь карманы. И воротник. Классная здесь обувь. Смотрите, на какой плоской подошве. В то же самое время белый цвет очень-очень приятный. 1500 гривен, 50 евро. Здесь также продаются тоненькие курточки, которые можно поддевать под верхнюю одежду. Например, под пальто, под шубу. 1300 гривен. 900 гривен, 30 евро. Вот такие базовые свитера. Есть всего анималистичный принт. 1000 гривен, 33 евро. Вот этот свитер, пуловер, если точнее. Мне очень нравится. Как-то бежевая. Здесь еще вот такая бело-молочного цвета курточка. Классные шапки здесь. И смотрите, какие кроссовочки тоже красивенькие. Пальто 2000 гривен, 66 евро. Такое будет чуть выше колена. Классный молочный кардиган 1400 гривен. На рукавах вот такие вставочки, опушечки. 1000 гривен, 33 евро. Вот такая коротенькая кофта на пуговичках. Здесь большие косы, как видите. Очень прикольный магазин. Здесь атмосфера всегда очень приятная. Все развешано. Все очень как-то, знаете, следят продавцы за видом вещей. 1500 гривен, 50 евро. Вот еще такая куртка под мех. Ну, конечно, 1-2 градуса может она выдержать, но больше, скорее всего, нет. Смотрите, какая функция. Тоже яркая, классная одежда. Вот сидит такой манекен в одежде этого бренда. Вот такие свитерочки 1000 гривен. И в магазине действует акция. Верхняя одежда минус 20, джинсы минус 30. Так что очень-очень приятные цены в этом магазине. Смотрите, какие пальто здесь еще продаются. Интересное платье, анималистичный принт. Такой прикольный магазин у нас есть в Киеве. Девчонки, мы находимся в торговом центре Океан Плаза. Так что, кого заинтересовал какая-то одежда, можете прийти посмотреть. Есть достойные модели, как по мне. Смотрите, какое платье-свитер. Вот оно какое. Стоит оно 1400 гривен. Это еще такие рубашечки черного цвета. И вот еще какая милая вещица 1000 гривен.
даже не 1000, а 900 гривен, 30 евро. И может быть скидка для вас, если вы придете, поспешите. 1300 гривен, 43 евро. И помним, минус 30%, вот такие джинсы. Ну, еще разные джинсы есть целые. И разных, естественно, цветов. 1000 гривен, 33 евро. Смотрите, какой пуловер. Вот так можно стянуть, можно расправить. И по-интересному как-то скомпоновать ваш лук. Такой нюдовый, приятный цвет. И вот смотрите, как можно выглядеть в одежде этого бренда. Сверну. Очень хорошо смотрится это платье с курточкой, косухой. Класс! И вот смотрите, какие джинсы здесь продаются. Разных цветов. Есть даже в полосочку. Вот, видите, какая полоска мелкая, широкая. Есть просто однотонная. В основном здесь джинсы скини, но есть и прямые штанины. Мне вот понравилось это пальто, 2000 гривен, 66 евро. Клетка никогда уходит, не уходит из моды. На подиумах постоянно она присутствует, в большей или в меньшей мере. А сейчас очень много одежды в клеточку. В общем, базовый принт, девчонки. Как вам такое пальтишко? 1200 гривен, 40 евро. Вот такие вот джинсы, видите, они такие слегка прорезиненные. 900 гривен, милые пушистые свитерочки. Вот с такой надписью. Очень коротенький. Будет открывать самую красивую часть вашего тела. А вот еще какая клеточка. Даже очень приятный цвет. Нюдовый, он даже немножко розовее, чем показывает камера. Вот такая вещь. Смотрите, какие свитерочки. 800 гривен, 26 евро. А по длине 900 гривен, 30 евро. Две тысячи 500 гривен, минус 20%. Посчитайте сами, девчонки, у нас 1 евро около 30 гривен, так что если вдруг что-то не сказала цену какой-то вещи, можете сами поделить и узнать цену. 550 гривен, 17 евро, вот такие вот свитерочки. Очень приятные цены в этом магазине, мне нравится, и вещи выглядят достойно. Сочетание серенького и нюдового классно смотрится. 1000 гривен, 33 евро. Вот такой интересный пуловерчик. В общем, девчонки, огромный выбор джинсов в этом магазине и хорошая скидка. Так что советую зайти сюда. Возможно, еще что-то вам понравилось. Вот сколько приготовлено для нас доступной одежды. Немножко утеплиться можно на осень и на зиму. Напишите, что вам понравилось. Хорошие свитерочки здесь. Шубы вот эти достойно выглядят. Во многих магазинах продаются они, но здесь они немножко дешевле. Девчонки, напишите, кто знает качество этого бренда. Как по мне, достойная одежда. И дизайн магазина этого очень прикольный. Смотрите, какие зайчата. Еще вам покажу для настроения. Можно зайти и просто посмотреть на них, на милашных. Ой, какое оно милое, хорошенькое. Ну вот, мои хорошие, показала вам этот бренд. Надеюсь, вам что-то понравилось. Мне вот еще понравились вот эти ботинки. Видите, на шнуровке очень толстая подошва. Я думаю, будет тепло в них. Скоро начнутся холода, морозы. Девчонки, у вас уже снег шел. У нас пока еще тепленько, солнышко. И мы поэтому не сильно еще приодеваемся так. Надеваем более легкую одежду. Но скоро начнется холод и будем утепляться.
вот такая одежда продается в Тали Вэйл. Ну вот, на этом буду с вами прощаться, девчонки. Подписывайтесь, новенькие. Вам не трудно, мне приятно. С вами Татьяна. Пока-пока. Подписывайтесь. Будем еще ходить по разным магазинам города Киева. И сейчас покажу, какая я сегодня. Привет, мои хорошие. Пока, мои хорошие. Вот так. Девчонки, напоминаю вам. Покупайте подарочки на Новый год. Смотрите, какие милые безделушки у нас продаются. Уж прям создается предновогоднее настроение. А вот какая семья. Смотрите, какая прелесть. Классная. Все, мои хорошие, до новых видео. Пока-пока. С вами Татьяна. Будьте здоровы.